выходные. И одна из работ этих, это надо подготовить грузовик под стыковки. Мы уже уложили тут грузы, которые будут сгорать в плотных слоях атмосферы. Вот так все уложено, так чтобы не болталось, если будет грузовик вдруг отстыковываться. Привязано, уложено и упаковано. Это отходы нашей жизнедеятельности. Довольно-таки много скопилось. Еда, которую не съели, и разные расходные материалы. Это болтики, которые остались после того, как грузовик пришел. Грузовик готов к отправке, если что-то произойдет. На самом деле мы его еще откроем после внекорабельной деятельности. Сейчас будем закрывать люк. Выключаем свет. Раз, два, три, четыре. Свет выключен. Выходим с грузовика. Снимаем ЗВБ. Раз, два, три, четыре, пять.
одна пырька, когда откроется, ты хочешь на ручку удлинитель. Ручку Москвы МКС, канал СГ-1. Канал СГ-1. Закрыл люк. Люк на АСУ закрыл. Спасибо большое. Отлично. Ну тогда выдаю сейчас команду. У нас просто давление СПП. Это примерно 4 минуты будет. А потом по нашей командочке будем делать проверку герметичности. Принято, жду команды. Сейчас нам надо проверить герметичность того, как мы закрыли люки. Так, устанавливаем мановакометр, специальное устройство, которое от руки закручиваем, достаточно. Давление 767. Засекаем время. И теперь открываем ККТ. Монобудр открываем и спускаем до давления меньше 25 мм. Смотрим. Где-то до 15. А, нет, побольше. Значит, до 11. 11 миллиметров есть. Есть 11 миллиметров. Засекаем время. Все, 11. КТ закрыт. Смотрим минуту. Минутка у нас прошла. Записали 6 миллиметров и запустили секундомер. Так, старт. Стоп. Время пошло. Все, 30 минут прошло. Давление не изменилось, 6 миллиметров.
Поэтому все закрываем. И снимаем на молоконитор. И закрываем. Заглушечку ставим. Готово.